Новый ремень ГРМ. Таймбелт. Не новый, а 91 тысяча был поменен, да? Так, Honda, Integra, SIR, G. Это значит, навороченный. Honda Integra, VITech, там подсадит стоп, DC Duke, DS2, да, Corelight, оттенка, здесь на кнопочках, Так, состояние отличное, состояние-нестояние, вот такой вот красавец. Номер, PC, VITEC, мотор, 108 лошадей, еще у нас идет Type R, 200 лошадей, так, газануть что ли, Клин, 4-door, 100% сток. Колотун страшнейший, прям пальцы в трубочку заворачиваются. Тихий океан тут, однако. Холоднее, чем в Сибири, ребята. Кто там в Сибири? Так. А, так. Жопку покажем. Так. Electric Antenn, One Owner, since 95. Один хозяин, парковочный знак. Вот тут вот динамики всякие. Вот, вот такой, как такой мне не очень нравится. Он классный, конечно, но он может на субарах ломается часто, вот такой длинный дорвайзер, ветровичок. Electric Folding Mirrors. Наш веб-сайт. Это Previous Inspection. Шакен. Бывший этот, как его, ух, дождик пошел. Бывший техосмотр японский, скажем так. Так, у него подушек еще нету. Что показать-то? Что показать? А, вот эта антенна, сейчас я нажму на кнопку и получим результат. Так вот, оп. Раз. И потом нажимаем. Это у нас фог лайт. Ладно, включено оставим. Бардачок. О, кстати, я у них фотографировал, надо будет сфоткать. Так, приемник я показывал. А, вот эта антенна, вот она. Радиоантенна, это работает. Все складывается. Ай. Часы, клок. Climate control. Он смог. Может, не курили в нем, может быть. Так, пороже. One smoke. Dent. Так. Tires. Not super old. Fresh. 18 год резина. Так. Дождик попёр. Это, понимаете, защита от детей. Ну, в общем, сказки рассказывать не буду. Еще раз говорил, мотор там 1.8 VTEC, 208 лошадей. Вот эти динамики. Багажник еще надо показать, да? Так, покажем. Значок такой интегровский, да? Типа. Ну тут все чин-чинарин, все чистенько. Very clean. Тарахтит. Послушайте. Тарахтит.
Тут еще колесик покажем. Ветрачки. Диск брейк. Да, вообще чистенький. Чистый. Так, ладно. Закроем окошко. Что тут, полимер? О, что-то он там полировал чем-то, да? Полимерная полироль. Так. А, вот тут что у нас? Не, вроде никто не шкодил. Нормально. Чистенько. Так, вот полюбуйтесь на этот самый консоль. Так, мотор я показал. А что, вроде бы и все. Стопроцентный сток, 100% сток, no rust, runs great, ну я не знаю, что еще сказать, у меня слов нет, четкая тачка. Пацанская тачка, да? Но стоит, правда, денег. Они сейчас все убиты в Японии или дорогие. Ну, едет. Я хоть и не пацан, все 9 лет, но едет, конечно, приятно. Идет. Туго стоит. Переключение, тормоза, разгон. Не знаю, все вообще на высшем уровне. Четко помню. Сейчас я вот немножко прокачусь. Вот туда. Горку по кочке проедемся. Вот наши любимые GDM-овские кочки. Так, ну что, я все показал, да? Дурак, Манкин, this is for lights, yellow. На фарах как полировать? Полируют, лаком покрывают. Кто там фары полировал, подскажите. Якобы там у нее какой-то слой, который не очень стоит там портить. Ну, куда деваться? Пластик, а вот еще LSD, Rerax, Front Differential LSD, ну, VITEC, this is from Honda. Блин, нажать некому, посмотреть, там красивый LED light maybe, Integra. А, сейчас это коврика возьму, возьму-ка коврика. Топтать неохота. Холод, блин, я не знаю, руки прям, пальцы без перчаток, вообще ужас. Я лучше на Сибири жил, я в Томской области жил, на Колыме жил, ну, хуже климата, как здесь, я не видел, да. Ну, кто с Приморья, наверное, знает, да. Так, ну чё, все отрегулировали, музыку включать не буду, печку надо включить, потому что дубак такой, что... руки-крюки не разгибаются даже, ужас. Так, это я все, это пульты показывал, все работает. Руль только надо зашкурить и покрыть его там, ну, красить, в общем, всю эту хрень можно сделать, да. Так, погнали. Пешеходы нарисовал, ребят. Нарисовался не вовремя. Четко вообще едет, да. Конечно, тут втык не будем втыкать, да? Чуть-чуть передок подскрипывает. Эти резиночки, видать, пищат от этой погоды. Вон тут у нас тоже гадюшники. Народ кидает мусор. Какая разница, американцы или русские, или татары, да? Есть люди хорошие и плохие. Так, на вторую передачку. Ладно. Четко. Сейчас начну на Инстаграм запилим видео. Сюда вот поставлю. В общем, красавец. Тут кожаный, по-моему, да? Руль тоже кожаный.
Захожу. Камера что-то делает. Даже может сейчас попробовать этот стрим что ли запилить. Ну неохота на холоде стоять. Дубак страшнейший. Такие машины редкость. It's rare car. Сложно найти хорошую, так что вот момент выпал, наконец-то привезли. Наслаждайтесь. Если что, пишите комменты. Видео можно переснять в хорошую погоду, что-то сильно получится. А так что, кому надо, там найдете в интернете всю информацию. Комплектация SIRG, то есть это чтобы не было морщин, да? Самая жирная комплектация, еще просто SIR. А вот это там климат-контроль, там туда-сюда, короче, всякие. Для дедов, короче. Накрученные всякие. Эти плюшки.